Құрметті әріптестер, біз сіздерге үкіметінің баспасөз орталығына қош келдіңіздер дейміз. Бүгін біз әлеуметтік еңбек саласының цифрландыру процесі туралы айтатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Жақыпова Светлана Қабыкенқызы. Сіздердің сауалдарыңызға жауап береді. Светлана Қабыкенқызы, қош келдіңіз. Сөз кезегі сізде. Рахмет алуға. Сәлеметсіздер ме? Негізі біздің министрлікте барлық әлеуметтік еңбек, яғни еңбек қатынастарымен, жұмыспен қамту, зейнетақы, әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қызметтер және де көші-қон салаларын қамтитын бірыңғай ақпараттық жүйе жұмыс істейді. Жаңағы бірыңғай ақпараттық жүйе негізі өзінде 10 ақпараттық жүйені құрайды өзінің интеграция арқылы. Және де жаңағы бірыңғай ақпараттық жүйеде 14,5 миллион азаматтардың дербестендірілген ақпараты жүргізіледі. Негізі айтып өтсек, мысал келтіріп, зейнетақы жүйесінде негізі біздің жұмыс жасайтын азаматтардың зейнет жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылғанда, мынау екінші деңгейдегі банктерді арқылы жұмыс берушілер жаңа жарналарды аударғанда, бәрі де сол біздің жүйеден өтіп, негізі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына барып түседі ақпаратты, және де жаңағы жарналардың мөлшерлері. Мысал келтіріп тағы да айтсақ, еңбек нарығында бізде осы жылы 1,5 ай болды бірыңғай еңбек биржасы жұмыс істеуде. Негізі 15 мың азамат сол биржа арқылы бүгін жұмысқа тұрып, өздерінің өтіліне сай және де өзінің кәсібіне сай жұмыс тауып, сол жұмысты жасап жатыр. Негізі еңбек биржасында 8 мың түйімдемелермен 30 мың бос жұмыс орындарының ақпараты бар. Және де бірнеше агенттікте қосылып, онлайн алаңдар да қосылып, сол биржа арқылы жұмыс жасалып жатыр. Және де айта кетсек, цифровизация бізде мынау әлеуметтік медициналық сараптаманы бүгінгі таңда ары қарай оңғартып отырмыз дейміз. Негізі бүгін біздің мүмкіндіктері шектелген азаматтар бір жерден ғана қызмет алып келіп жүгінеді өтінішпен. Ал ендігі жылдардан бастап, негізі жаңа модернизация өткеннен кейін өздеріне порталдан, ЕГОВ порталынан өтініш беріп, жаңағы сараптаманы енді қатнамай-ақ жергілікті департаменттарға солай өткізілетін болады. Қазіргі уақытта композитті форматта 4 қызмет көрсетіп отырмыз. Біз сол бір қызметті жаңағы медициналық сараптама деп отырмыз. Негізі бұрынғы уақытта айта кетсек, ол кісілер 3 мекемеге баратын. Біріншіден бір өтінішті медициналық сараптама өту жеріне, ол жерден жаңағы мүгедектігіне байланысты өзінің сараптамасының шешімдерін алып қолына, одан әрі госкорпорацияға барып, мемлекеттік корпорацияға барып өтініш жазып, маған жәрдемақы тағайындауға негізі есептер жасап, сол жәрдемақыны төлеңдер деп өтініш беретін. Үшінші жерге енді жергілікті органдарға барып әлеуметтік қызметтер алу үшін тағы да үшінші өтініш беретін. Қазір ол үш қызметті біз композиттік түрде бір жерде ғана көрсетіп отырмыз. Сол медициналық сараптама өткен жерде негізі бір өтінішпен жаңағы мүгедектігін растаймыз, және де жәрдемақыларды төлеу үшін өтінішін қарастырып, сол жерде негізі ақпарат жүйесімен корпорацияға жүгінеміз сол азаматтың атынан, және де жергілікті органдарынан берілетін әлеуметтік қызметтердің түрлерін қарап, салыстырып, негізі сол ақпараттық жүйе арқылы жергілікті органдарға да жолдама береміз негізі. На сегодняшний день цифровизация социально-трудовой сферы, необходимо сказать, уже переживает определенный этап.
И до сегодняшнего дня в министерстве действует у нас 10 информационных систем, которые синтегрированы все между собой и образуют одну единую информационную систему социально-трудовой сферы. И на сегодняшний день порядка 14,5 миллионов записей и персональных данных наших граждан, которые аккумулируются и, в принципе, дают возможность уже выйти на новый этап развития оказания проактивных услуг без, скажем, обращения граждан через мониторинг и анализ данных сведений. И среди информационных систем, которые сегодня сопровождают, нужно сказать, человека от рождения и на протяжении всего жизненного цикла, можно особое значение отдать, например, системе организации обработки платежей, посредством которой идут обработки платежей через государственную корпорацию. Это обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и, конечно же, это выплаты из республиканского бюджета, пенсии и пособий. Также нашим министерством автоматизированы бизнес-процессы услуг, которые оказываются на уровне местных исполнительных органов. Это и назначение адресной социальной помощи, это оказание специальных социальных услуг. Буквально вот полтора месяца назад мы запустили электронную биржу труда, которая, в принципе, на одной цифровой площадке объединила интересы как работодателей, соискателей и также частных агентств занятости интернет-площадок. И за полтора месяца более 15 тысяч граждан трудоустроились в соответствии с своими компетенциями, профессиональными навыками, своему опыту трудовому. И сегодня электронная биржа труда, скажем, объединяет и предоставляет информацию буквально по всем вакансиям, имеющимся в стране. Это 8 тысяч вакансий, извините, 8 тысяч резюме и порядка 30 тысяч вакансий, которые дают возможность, в принципе, оперативно решать вопросы трудоустройства, находить работодателям именно тех работников, которые им нужны, и, соответственно, работникам находить себе необходимую работу. В целом, министерством за прошедшие 10 месяцев уже оказано более 19 миллионов услуг. Из них 3,2 миллиона оказаны через портал электронного правительства. 4 композитные услуги реализованы министерством и, соответственно, порядка 12 услуг у нас переданы и оказываются через государственную корпорацию. 4 композитные услуги можно было бы привести пример по, скажем, освидетельствованию, медицинскому освидетельствованию инвалидности и назначению пособий по инвалидности и оказанию специальных услуг лицам с ограниченными возможностями. Для того, чтобы получить эти услуги, человеку приходилось обращаться непосредственно в 3 государственных органа и государственную корпорацию. В первую очередь это для того, чтобы освидетельствовать инвалидность, он обращается в медико-социальную экспертизу в территориальный департамент Министерства труда. И, получив освидетельствование, он с этим документом обращается в государственную корпорацию для того, чтобы назначили ему пособие. И далее он обращается еще в местный исполнительный орган, отдел занятости социальных программ, для того, чтобы ему оказали ту или иную социальную услугу. Сегодня эти 3 услуги объединены в одну, и ему достаточно при освидетельствовании, значит, присутствовать. И, соответственно, в момент освидетельствования сразу же идет заявление на назначение пособия в государственную корпорацию и в местный исполнительный орган об оказании той или иной социальной услуги. То есть он уже обращается только в медико-социальную экспертизу. В этом и состоит суть композитной услуги. Можно привести пример еще одной композитной услуги, если человек, например, потерял работу и, соответственно, значит, обращается в центр занятости, встает на регистрацию как лицо, ищущее работу, и здесь в автоматическом режиме тоже посредством интеграции информационных систем в государственную корпорацию идет заявление о том, что необходимо назначить данному человеку социальную выплату по потере работы. То есть ему непосредственно обращаться в государственную корпорацию с отдельным заявлением для назначения данной выплаты уже нет необходимости.
В дальнейшем цифровизация предусматривает социально-трудовую сферу, и вот эти даже композитные услуги, вроде бы кажется, куда дальше еще развиваться. На самом деле мы ставим себе цель для того, чтобы исключить человеческий фактор, исключить коррупционные проявления в принятии решений, то есть присутствие человеческого фактора в принятии решений, например, по освидетельствованию медицинскому. И, соответственно, здесь ставим задачу, что путем заочного рассмотрения всех медицинских показаний здоровья человека будут распределяться в системе между независимыми экспертами. Человек через ЕГОВ подает заявление, соответственно, по нему предоставляются все сведения из единой информационной системы здравоохранения, все жизненные показания. И, соответственно, значит, независимый эксперт получает обезличенное заявление с медицинскими данными и определяет по документам, уже определяет, есть ли у этого человека инвалидность или, скажем, отсутствует инвалидность, и принимается решение. То есть здесь нет территориальной привязки, то есть человеку необходимо просто подать заявление на ЕГОВ, и, соответственно, значит, в течение, скажем, 7 дней получить результат в личный кабинет. Дальнейшее развитие электронной биржи труда предусматривает создание дополнительных модулей, например, по формализации самостоятельно занятых лиц. Если самостоятельно занятое лицо, скажем, сегодня у нас не фиксируется ни в одной информационной системе государственных органов, то, соответственно, мы на электронной бирже труда предлагаем ему формализоваться и уведомить органы госдоходов о том, что он является самостоятельно занятым лицом, и у него есть определенный доход, и он осуществляет эту деятельность. Следующее развитие в цифровизации, мы говорим о том, что на сегодняшний день, например, инспекторы труда, налоговые органы, они осуществляют проверку малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса на предмет соблюдения, скажем, конституционных гарантий на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение. Формируется определенный перечень, скажем, объектов, которые должны испытать на себе проверку этих госорганов. Мы же говорим о том, что на сегодня наши информационные системы позволяют данные сведения перевести именно на рискоориентированный подход. Что это означает? Если, например, предприятие допускает сокращение численности через неуплату пенсионных взносов, если не уплачивают пенсионные взносы, значит, не уплачивают заработную плату. И сегодня мы такой мониторинг ведем, когда, скажем, некоторые организации допускают снижение объемов перечисления пенсионных взносов до 50%. То есть если они перечисляли за 100 человек в прошлом месяце, то в этом месяце допускают перечисление всего лишь за 50 человек. Вот возникает вопрос, оставшиеся 50 человек, они либо уволены, либо ведут к скрытой задолженности по заработной плате, либо также ведут к задолженности по обязательным пенсионным взносам. Вот такие сведения будут в автоматическом режиме передаваться в информационную систему Комитета государственных доходов для того, чтобы уведомлять работодателей о том, что вы допустили, скажем, скрытую задолженность, и вам необходимо будет погасить эту задолженность, либо, значит, в органы занятости они должны были заранее, за месяц, если они сократили штат, то они должны были уведомить органы занятости о том, что собираются высвобождать более 50% своей штатной численности. То есть здесь мы уже ориентируемся на то, чтобы предупреждать эти риски, чтобы работодатель знал, что влечет за собой дальнейшее его неперечисление пенсионных взносов. И здесь автоматизация, она будет, скажем, давать возможность уже в онлайн-режиме, скажем, регистрировать акты назначения проверки. Если работодатель не отреагировал на данное уведомление, скажем, в кабинете налогоплательщика, то, соответственно, по истечении, там, скажем, 10 дней, которые отводятся законодательством на принятие решений, значит, уже правовой статистикой будет приниматься решение о том, что необходимо будет назначить проверку и тем самым обеспечить реализацию конституционных прав граждан, если они
значит, недополучили заработную плату или недополучили пенсионные взносы. Сегодня мы много говорим о том, каким образом будет у нас оказываться адресная социальная помощь. Адресная социальная помощь, она будет с 1 января 2018 года трансформирована, и три выплаты, которые до сегодняшнего дня перечислялись отдельными тоже заявлениями, отдельными обращениями в разные органы, то теперь адресная социальная помощь, она будет оказываться через центры занятости, и, соответственно, саккумулированные сведения, персональные сведения всех граждан, которые будут претендовать на адресную социальную помощь, сегодня присутствуют уже в информационных системах. И поэтому мы говорим, что начинаем новый этап развития в государственных услугах, это проактивная услуга. Допускаем, что семья не имеет доходов, но в семье проживают, скажем, люди и, как скажем, трудоспособного возраста, которые не работают и не получают доходов. Мы это отслеживаем через пенсионные взносы. Не поступает пенсионных взносов, значит, человек не работает, не имеет дохода. Мы имеем сведения о численности данной семьи и говорим, что, скажем, 4 ребенка в этой семье проживают. Поэтому сейчас государство принимает меры оказания проактивных услуг. Мы идем непосредственно в семью, мы знаем, где она проживает, и предлагаем семье участвовать в адресной социальной помощи и заключить с ними социальный контракт. Это взаимные обязательства, когда государство берет на себя обязательство трудоустроить трудоспособных членов семьи, выплатить пособие, и, соответственно, семья на себя берет ответственность, что трудоспособные члены семьи должны будут работать и, соответственно, приносить в семью доход. При этом остаются в семье как и доходы, полученные от трудовой деятельности членов семьи, так и само пособие. Таким образом, в принципе, по исполнению социального контракта мы предполагаем, что семья сможет таким образом порвать вот круг бедности и выйти из трудной жизненной ситуации с помощью государственных органов. Потому что сегодня государственные органы в семью, когда заходят оказывать услуги, они, например, просто переписали, скажем, детей, которые дошкольного возраста, которые школьного возраста. Здравоохранение заходит, чтобы пригласить на скрининг, и уходит. А наша задача до сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы назначить семье пособие, и чтобы у нее были средства на то, чтобы содержать семью. А с изменением формата адресной социальной помощи с 1 января мы говорим, что будем с ними работать по социальному контракту, если в семье есть трудоспособные члены, и, соответственно, будет разрабатываться индивидуальная программа развития семьи и выхода семьи из трудной жизненной ситуации. И в этом плане будут предусматриваться все мероприятия. Если в семье есть люди, которые со слабым здоровьем, значит, необходима там, скажем, плановая госпитализация, необходимы будут лекарственное обеспечение. Если эта семья имеет, скажем, маленького ребенка, значит, обеспечение доступа к дошкольному образованию. То есть эти все услуги будут рассматриваться в комплексе. Это и есть, скажем, институт сопровождения семьи и сама интегрированная модель социальных услуг. Как раз-таки цифровизация, интеграция со всеми информационными системами государственных органов – это вот основная задача на данном этапе. С электронным здравоохранением у нас ряд интеграций уже сегодня имеется. Мы, например, интегрировались по женщинам беременным и женщинам фертильного возраста. И сегодня, когда женщина идет и назначает социальную выплату по беременности и родам, мы получаем подтверждение из информационной системы здравоохранения, что данная женщина, да, действительно состоит на учете как беременная женщина, и у нее выданы больничный лист за номером таким-то там от какой-то даты. То есть мы это все в электронном формате уже получаем. Вторая интеграция с электронным здравоохранением у нас ведется и есть, и работает в онлайн-режиме. Это направление на медико-социальную экспертизу, 88-я форма. Есть такая справка в электронном здравоохранении, и мы ее получаем в электронном формате в централизованную базу данных инвалидов. Следующие интеграции уже, в принципе, должны быть у нас по планам. Дорожные карты разработаны, и, по крайней мере, есть понимание,
с государственным органом в сфере здравоохранения, что эти интеграции нужны будут для того, чтобы адресную социальную помощь, вот как я уже до этого объяснила, как будут работать услуги реализовываться, значит, дополнительная интеграция, например, по социально значимым заболеваниям. Потому что сегодня возникают вопросы, например, по лицам, болеющим туберкулезом. Они проходят лечение и возвращаются в семью, и, соответственно, если не обеспечить качество жизни данного человека, то человек может повторно, скажем, получить рецидив и заболеть, и усугубить свое положение, свое здоровье. Поэтому по таким лицам мы тоже будем получать информацию для того, чтобы им оказывать адресную социальную помощь и чтобы обеспечить, скажем, полное выздоровление и адаптацию. Можно рассказывать очень много. Я говорю, у нас 10 информационных систем. Системы очень интересные. База данных Уралманов есть у нас, иностранная рабочая сила, охрана, безопасность труда, где ведутся у нас все по направлениям необходимая информация. И если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо. Благодарим вас, Светлана Кабакеновна, за предоставленную информацию. Сейчас мы переходим к сессии вопросов и ответов. Пожалуйста, первый вопрос мы вас слушаем. Светлана Кабакеновна, на еңбек саласын цифрландыруға байланысты. Еңбек кітапшасы қағаз түріндегі ойлат деп жатыр. Бұл процесс қалай жүреді? Жалпы еңбек кітапшасындағы мәліметтер жаңа жұмыс берушілер қалай алады? Ол қалай енгізіледі? Осы жөнінде нақты айтып берсеңіз, сосын уақытын нақты қашан жойылады? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Негізі жаңағы біз айтып отырған еңбек биржасында бүгінгі таңда 15 мың азамат өздерінің жұмысын тапты деп отырмыз ғой. Сол арқылы біз ендігі жылдан өзімізге мақсат қойып отырмыз. Жұмыс тапқан кезінде жұмыс берушімен жұмыс істеушінің арасында электрондық түрде жаңағы еңбек шарты жасалады деп. Электрондық қолтаңба қолданылады және де жаңағы электрондық еңбек шартын жасасқан кезде сол электрондық еңбек шарты негізі системада өзі архивінде қалады. Ал бүгінгі түнде қолда жүрген еңбек кітапшаларды біз цифраландырамыз, бәріңізге цифраландыру керек деп олай мақсат қойып отырған жоқпыз негізі. Қазіргі енді кезеңде қойып отырғанымыз сол жаңадан жасалған еңбек шарт. Сол еңбек биржасында жасалған еңбек шарт тек қана электрондық түрде жасалады деп айтып отырмыз. Ал келесіде 2025 жылға дейін жаңағы электрондық биржасы өзінің енді развитие дейміз, енді жандандыру деп отырмыз ғой. Сол еңбек 2025 жылға дейін жүреді. Ал бүгін жасап отырғанымыз енді 15 мың азамат жұмыс тауып осы бүгін сол электрондық қолтаңбасы ол кісілерде болған жоқ. Негізі бүгінде сол еңбек шарттарды жүргізуге болатын еді. Ал еңбек кітапшылары, қолда жүрген еңбек кітапшылары, олар қалады. Негізі ертең зейнетке шыққанда өздеріңіздің еңбек өтіліңізді растайтын сол еңбек кітапшасы болады. Рахмет сізге. Келесі сұрақ. Қазақпарат агенттігі, жаңағы электронды еңбек биржасының қандай тиімділіктері болады болашақта, және ол мемлекет пен бизнестің бәсекелестігін туындатпай ма? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Негізі біз айтып отырған цифрлық алаң деп отырмыз ғой, электрондық биржаны. Бүгінгі таңда сол екі интернет алаңын және де 19 жеке агенттікті және де бүкіл осы жұмыс жасап атқан жұмыс беруші бәрін бір электрондық сол алаңға жинап отыр еңбек биржасы. Негізі конкуренция жасап, ондай біз айтып отырған жоқпыз. Негізі бүгінгі таңда жұмыс беруші өзіне керек компетенциясымен жұмыскерді іздеу үшін жаңа электрондық биржаға барсын, және де мынау көптен жеке агенттіктер бар ғой, оларға ақша төлеп өзіне жұмыскер іздетеді.
Қазіргі таңда біз бәріне айтып отырмыз, негізі ақшасыз, төлемдерсіз, сіз осы электрондық биржаға келіп, күлік ақпаратты аласыздар. Негізі біз өзіміз сана отырғанда, мынау жұмыс берушілер негізі 25 мыңға дейін бір жұмыс жасаушы, енді жұмыскерді табу үшін 25 мың тенгені жаңағы агенттікке төлейді. Жұмыс іздеуші агенттікке жаңа орташа төлемдерін қарағанда 5 мың тенгейін. Солай қарағанда 30 мың азамат мынау жеке агенттіктер арқылы өзіне жұмыс тауыпты. Солардың шығындарын санағанның өзінде бір жылдың ішінде 1 миллиард теңге жаңа жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің ақшаларын өндіруге мүмкіндік береді электрондық биржа. Сондықтан біз айтып отырмыз, негізі өздеріңіз сол цифрлық енді алаңда ақшасыз, төлемдерсіз сол ақпаратты алып отырыңыздар деп. Рахмет сізге. Здравствуйте, информационное агентство «Казинформ», Азамат Сыздыкбаев. Скажите, пожалуйста, вот в сентябре-октябре месяце, да, известный общественный деятель Галым Байтук проводил вот рейды касательно выявления вот фактов задерживания на работе, да, сотрудников и так далее. И вот по его словам, одним как бы наибольшее количество нарушений было выявлено именно в Министерстве труда. Хотелось бы выяснить вообще, вот ситуация немножко изменилась в этом направлении, и вообще какие меры предпринимаются по исправлению ситуации? Это первый вопрос. Благодарим вас за вопрос. А у вас будет вопрос именно по теме нашей пресс-конференции? По теме? Да, я хотел уточнить. Вот вы сказали, изменится, да, формат оказания социальной помощи. Вот. И центры занятости будут оказывать социальную помощь. Можно уточнить, что именно, какую помощь будут оказывать центры занятости? Спасибо. Я начну отвечать со второго вопроса. Очень интересный вопрос. Значит, адресная социальная помощь сегодня будет оказываться, да, действительно, сотрудниками центров занятости. И в чем она будет заключаться? Это будет и денежная выплата. Она будет, скажем, адресная социальная помощь двух видов. Первое – это безусловная денежная помощь семьям, где нет трудоспособных. Там без всяких условий, социальных контрактов. Мы обеспечиваем, например, если это одинокая мать, воспитывает ребенка, находится по уходу за ребенком, ей будет выплачиваться данное пособие. И это означает, что сотрудник центра занятости заводит регистрационную карточку на данную женщину, социальную карту, и, соответственно, значит, рассчитывает ее доходы, если у нее есть какие-то либо доходы, и назначает адресную социальную помощь и выплачивает. Назначается, конечно, территориальным органом, отделом занятости социальных программ, поэтому вот здесь вот упрощенный вариант. Без всяких условий мы выплачиваем. Второй вид адресной социальной помощи – это если в семье есть трудоспособные члены, то, соответственно, с ними будет заключаться социальный контракт. И почему оператором этой услуги был выбран центр занятости? Потому что они должны соискателю найти работу, вакантное место, найти работодателя и трудоустроить этого человека, и, соответственно, параллельно назначить выплату остальным членам семьи и, соответственно, ввести по контракту этого трудоспособного члена, чтобы он осуществлял свою трудовую деятельность таким образом. И задача сотрудников центров занятости будет состоять в том, что они должны будут мониторить, то есть работает человек, не работает. И мы в этом году усилили, скажем, центры занятости компетентными специалистами в плане того, что прошли повышение квалификации. Мы научили, как проводить оценку потребностей семьи этих сотрудников и, соответственно, какие обязанности будут входить, скажем, в функциональные обязанности данного сотрудника центра занятости. И на каждого ассистента, скажем, в сельской населенной местности, если это будет центр занятости районный, на каждого ассистента будет приходиться по 5 сельских округов. Это означает, что данный ассистент будет владеть ситуацией по всему населению этих 5 сельских округов. И он будет с ними вживую, непосредственно в общении, работать, мониторить, оказывать помощь и так далее. Вот в этом задача. По второму вопросу я, наверное, могу сказать, что по Байтуку я не читала, поэтому не могу сказать, что были какие-либо высказывания. На сегодняшний день у нас ведется мониторинг по
скажем, осуществлению трудовой деятельности именно в рабочем режиме. В 6:30 у нас отключаются компьютеры. Соответственно, если есть срочные поручения, скажем, с правительства, либо есть срочные у нас запросы с парламента и так далее, пишется заявление на обеспечение доступа к компьютеру. Компьютер подключается, таким образом ведется мониторинг. Спасибо. Пожалуйста. Благодарим вас за ответы. Следующий вопрос. Слышим вас. Здравствуйте. Алексей Махтюк, Первый канал Евразия. Вот в продолжении темы центров занятости хотелось бы уточнить. Если система электронная позволяет автоматически начислять, ставить человека временно безработного, регистрировать и начислять ему выплаты по безработице, исключает ли она вот махинации, которые присутствовали, сговор между директором центра занятости и служащими, что за мертвых душ там они распределяли между собой эти выплаты. И второй вопрос, это готова ли российская биржа труда к введению электронной биржи труда на, ну, на пространстве Евразийского экономического союза, как было заявлено о таких планах ранее? По первому вопросу, значит, во-первых, необходимо сразу определить вот точки соприкосновения. Значит, социальные выплаты назначаются по потере работы только тем гражданам, которые утратили эту работу. То есть они были, скажем, уволены по собственному желанию, по сокращению и так далее. Либо произошла ликвидация работодателя. И, соответственно, значит, эти выплаты назначаются только участникам системы социального страхования, то есть за кого перечислялись социальные отчисления ранее работодателя. И здесь никаких мошеннических действий. Есть социальные отчисления, есть факт увольнения и, соответственно, есть и социальные выплаты. Здесь уже никаких, скажем, мошеннических действий ни со стороны руководителя центра занятости, ни со стороны самого получателя нет. Второй вопрос в части по готовности российской электронной биржи труда. Сегодня мы говорим, что это будет цифровая платформа Евразийской электронной биржи. И, соответственно, мы только приступили к разработке дорожной карты, и каждая сторона должна будет оповестить о готовности, то есть о форматах, которые действуют на территории государств-членов, участников Евразийского союза. И, соответственно, только после изучения этих форматов можно будет говорить об интеграции либо иной форме взаимодействия. Благодарим вас, Светлана Кабыкеновна, за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Благодарим вас всех за активное участие. До скорых встреч.